Это единорог Пупси. А одежду вот я сняла, чтобы показать, как у нее там. Она, получается, без аксессуаров приехала. То есть проверить ее я не могу. Вот по состоянию у нее есть на потертости на носу. Вот здесь вот такое вот возле глазика. Тоже какая-то, не знаю, потертость или что это. А волосы нужно расчесать. Немножко они спутанные. Такие вот шикарные разноцветные волосы. Так она целая, без погрызок, покусов. А получается, сзади у нее есть контейнер. Вот здесь вот. Вот у нее в попе дырочка. И там остался этот слайм. Я просто... ну, он вытирается салфеткой. Можно вытереть. Просто я тут боюсь что-то ковырять, чтобы ничего не поломать. А контейнер вот этот можно вытащить. Здесь вот есть такой переключатель. Вот там нарисовано. Видно, когда ее кормить нужно. Вот так вот это внутри выглядит. И при нажатии на пупок этот контейнер выпрыгивает. Там кнопочка на пупке. Вот такая вот красота. А на ручках у него здесь вот еще нарисованы различные рисуночки красивые, очень красивые.